Здравствуйте! Вы на канале «Простая кухня для вас». Сегодня я буду готовить геркулесовую кашу в мультиварке. Для приготовления мне понадобится молоко, геркулес, сахар, соль и масло сливочное. В чашу высыпаю геркулес, сахар, щепотку соли, вливаю молоко, все хорошо перемешиваю. Выбираю режим каша. Добавляю время до 30 минут. Нажимаю старт. Через 30 минут добавляю кусочек сливочного масла и все хорошо перемешиваю. Каша готова! Приятного аппетита и до новых встреч на нашем канале! Подписывайтесь и ставьте лайки!